Доброе-доброе утро. Паутинка. Не знаю, видно или нет. Так, у нас огурчики. Новые огурчики, что сажали. Растут. Господи, одной рукой вообще неудобно. Так, растут, цветут. Тут пасынок обломили, походу. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, тоже сажали, что-то тоже только не было. И мучнистая. И вредители с этой погодой. Черти что, если честно. Честно говоря. Ночью уже холодные. Угу. Уже и обрабатываем, и травим, и от насекомых, и от болезней. Ну, уже, короче. Уже есть, что есть, но... Самое главное, что есть огурчики. Есть огурчики. Осенью огурчики. А тут кошмар. А тут темный лес. Темный лес. Темный лес. В этом году, конечно, да. Чего я тут хрустнула, господи. С погодой я тебе дам. Ну, ничего. Ничего. Сколько будет, столько и будет. Помидоры уже надо уже отходит срывать. Потом будем разбирать джунгли. Какие останутся спелые, съедим. Какие зеленые пойдут на мой любимый салат. Острый по-грузински. Так, ты ж привязан. А что тебе нужен? В общем, растут огурчики. Худо-бедно. Но растут. Ночь холодная тоже. А днем еще жарище. В общем, такая вот ситуация. Где клубничка будет. Она же у нас тут ремонтантная. Так что чуть-чуть тоже будет. Так, сегодня у меня в планах уборочка. Повыдергивать сорнячок. Полить. Полив у меня идет на улице. И выпало тут тоже сорнячки. Че, поехали. Все в сорняках погрязли. Хочу вот эти вот. Отцвели уж давно хризантемы в саду. Лилейники. Вот хочу их почистить тут. Вот эти старые. Нос бывший. Сейчас тут тоже все пропулим, красоту наведем. Гехерочки. Сейчас вам покажу. Вот они мои. Вот это ж я шачиток сюда сажала, как говорила. Ой. А голубому можжевельнику голубой отчиток вообще, конечно, мне не нравится. Я его отсюда буду убирать, потому что он сливается. Как-то некрасиво, да? Не, мне тоже не нравится. Сейчас выпали отсюда сорнячки. А дуван сюда прилетел. Ну, в общем, тут, гляньте, тоже заросло. Тут девчонки говорят, где у тебя сорняки? У тебя нет сорняков. Я говорю,
Есть, есть. Особенно, когда прибаливаешь. А у меня какой-то хондроз кочующий. То спина заболит, то колено опухнет. Вообще непонятно. Поэтому где-то что-то в уборке сорняков сложности бывает. Сейчас все здесь в порядке наведем. Вот. Помните, какие маленькие-маленькие гиерочки? Ой. Идите, везде эти сорняки злые. Брала маленькие гиерочки. А сейчас какие хорошенькие, да? Правда же? Вот с той партии две у меня не выжило. Одна сразу, а другая пошла в рост. Вот здесь вот была фиолетовая, такая красивая. Антохин у меня ее сверху бахнул воды с бочки. Прибил точку роста, не откопал, и она начала... Ну, в общем, пропала. Хотя уже была большенькая. Что, сыночек, пришел? Где что дергать? На улице. На улице сорняки, да. Доброта моя пришла. Помощник. Сейчас на улице мне там поможет. Вон как выросла, видите? Вот какие кустики были чуть получше, они так и есть чуть получше. Совсем маленькие. Но это надо смотреть, какие были. Стрёмненькие, страшненькие на самом деле. Ну уже, да, симпатично выглядит, да? Вот надо, да, куча. Паприка ж умерла. У меня наша вся в кисель как пришла. Она как раз такая желто-красная. И вот этот фиолетовый. Разрядил бы обстановочку. Здесь у меня мечта. Разные гиерочки. Красивучие. По бордюру. Все, пошла я тут выбаловать сорнячки. Вот этот отчиток пусть. Тут мне нравится, в принципе, неплохо. С пушистым пионом. Пион. Пион. Вот. Пусть будет. Она вообще разрастается. Сейчас мы сорвем тут малинушку. Угу. Я живу. Не понял, что это такое тут. Что за фигня? Что тут моет? Золото, что ли, добывает? Вот он, зелененький, видите? Помните, травиночками? Сколько-то тут чуть-чуть приткнуло, и он пошел. И вот где он есть, сорняка нет, видите? По краю вот трава. И вот за ним вот, видите, сорняк. А где он? Сорнячка нет. Красиво будет, если всю эту площадь освоит он. А здесь голубой. Ну, он меньше разрастается. Пакет прилетел откуда-то. В общем, пошла работать. Развели тут немножко бардачок с викусикой. Но мы все уберем. Вот. Все потом уберем. Пропустили. Пропустили. Сорнячело. Еще на соседей лезет тоже. Ой. Ну что? Да, старые сухие. И там, если есть, я не вырвала, если сухой цветоносики у него. А, у него, наверное, вырвала у Леленечка. Это тоже надо вырывать. Вырвала, по-моему. Все, пойдем дальше. Так, а тут... Нет, тут нормально. Все, убрала отсюда отчиток. Здесь все сорнячки выпало. Сейчас еще грабельками хочется пройти, чтобы вот этот оставшийся, ну, красивенько разровнять.
Вот. А читок, который вот этот голубой, вот отсюда на улицу пойдет сейчас. Мужа попросила помочь. У меня колено так воспалилось. Сустав. Не нагнуться, не нет. Вот он сколько его. Сейчас мы его тут в уголочек. Вот он кусочек. Ну, понятно. Ну, еще пролей. Вот такая земля. Это что же у нас очито кусочек? Он уже как тоже разросся. Хочу сейчас вот по вдоль этого тут понакидаем. Вдоль дорожки с плитки. Его пусть растет потихоньку. Здесь сорнячки тоже, видите, вырвали. Надо их сейчас убрать будет. Вот. Вейгела, говорят, цветет только-то в мае, в июне. А у нас цветет. И сейчас, видите, рубиновая, белая. Что-то с листиками. И это. И тут жрет это. Не гусеница, а кто там листает этот. Видишь? Фитол это вообще-то для от болезней. Юнимэг. Юнимэгом. И вот, видела, все цветут, представляете? И розы все цвели. А это как разрослась, смотрите. Уже октава у нас. Вообще. Видите, какая, ой, длинная. Вот это вот посадки, нет ничего, что тут. 2 месяца они как разрослись. И розы, и вейгелы. Вот смотри, как она загибается, вейгела. Видишь, криво? Видишь? Вот сюда встань, посмотри. Надо какую-то подпорку, потому что она вот так пойдет. Косая будет. Видишь? Надо сразу ее какую-то... Надо сразу, пока она молодая, подпорку, чтобы... Или иначе этот саблей некрасиво будет. А это плетунка. И тут пожрали. Короче, смотри, сколько листьев пожрали. Оса листоед, что ли, мне писали, как-то забыла я. Как... Я думала, гусеница, в комментариях кто-то написал, что там это не гусеница, а какая-то чудовище. В этом году прям везде пожранные вот эти штуки. А это вообще безумная роза. Безумно красивая, желтая. Ой, вообще. Великолепная. Тоже ж молодая, только в этом году. Посаженная, сколько цветет. Сейчас вот заново. Тут уже, конечно, цветает. Ой, ну вообще. Красота. И очиток тоже пошел. Пропустили сорняк. Вон. Помните, каплю бросили? Мусор выметала, а там очиток. Думаю, не буду выбрасывать сюда. Он разрастается. Ой, блин. Криворукая. Ой, колено болит. Ну, сейчас присадим. Немножко, видите, прорыхлил. Говорит, как цемент. Ну, как что еще будет? Смотрите, какая земля. Серого цвета. Глина, песок. Вообще высыхает. Пыль просто одна сплошная. В общем, сейчас сюда присадим. Пусть растет. Все, началось, блин, обрезание деревьев. Прям покоя не дают. И Кузька сейчас и сухие бутошки отрежет. Везде пройдется. Вот тут тоже дочь. Слышишь? Чуть-чуть побыстрее, и это там на территории дома. Там очень много засушенных. Ну а сейчас это надо? Да. Одно другому не мешает. Начали с одного, закончили другим. Может, вот это уже высадим, а? Потом будешь чикать. Давай, сейчас. А то что-то хватит туда, хватит сюда. Они же выкопанные, пусть уже их. Вот прям в угол.
Сажай блинчик в угол. Прям в угол. Во. Да. Там через какое-то время еще плюшечку. Да, можно туда. Во. Это слишком высоко, надо их как-то туда. При этом. В общем, сейчас раскидаем тут их. И пусть растут. Вот так можно накидать, они все равно пойдут. Их пролить сейчас хорошо и все. Они встанут. Приживутся. И дальше туда. Тут хватит, вот туда дальше иди. Угу. Какая земля тут намешанная, черная по сравнению с этой. Вот эта упал, которая тоже. Что тут? Муська моя. Чикает, чикает. Помощница мамина. Там есть коробочка с мусором, их туда можно.